конно-спортивный лагерь Варендорф. Конно-спортивный комплекс находится в нескольких километрах от знаменитого конного центра Германии Варендорфа. Расположенная вдали от городского шума, среди полей конно-спортивная школа имеет высшую оценку Федерации конного спорта Германии – 5 звезд. Молодые и взрослые конники со всего мира приезжают сюда, чтобы под руководством тренеров высшей квалификации пройти один из обучающих курсов или получить индивидуальные уроки по классическим видам конного спорта. 45 учебных лошадей, 3 манежа, выездковые, конкурные, троеборные поля, полевые трассы и пастбища, водилка и солярий, столовая и корпус для проживания. Здесь созданы оптимальные условия для занятий и отдыха. Во время каникул на базе школы проводится детский конный лагерь, где до 60 детей за смену осваивают азы или совершенствуются в выездке, конкуре и троеборье и узнают от профессионалов секреты и тонкости обращения с лошадью. Помимо тренировок, дети ежедневно посещают теоретические занятия по программе подготовки к сдаче на немецкие разряды по конному спорту. Удобные небольшие комнаты с душем, туалетом и выходом на общий балкон, столовая, игровые комнаты, камин, интернет, питание в форме шведского стола позволяют провести каникулы не только с пользой, но и очень комфортно. Многие находят здесь новых друзей и приезжают снова и снова. Кульминацией смены является заключительный турнир по сдаче на немецкие разряды по конному спорту, от самых простых до настоящих спортивных. Все желающие, имеющие достаточный уровень подготовки, могут в конце смены выполнить нормативы соответствующего уровня и увезти домой официальное свидетельство Федерации конного спорта Германии. И сами дети и их российские тренеры отмечают значительный прогресс в развитии спортивных навыков даже через 2 недели пребывания в лагере. И, конечно, многие хотят приехать еще раз.